Добрый день, я начинаю свою очередную беседу из серии «Перестройка» 1685-1691 год в Советском Союзе. В прошлый раз я рассказывал о том, как в составе агитационной бригады посетил Запорожье и наблюдал, как выглядит перестройка на местах в Советском Союзе. Потом вернулся в Москву, и вскоре нам предложили в составе такой ознакомительной группы ЦК КПСС выехать в Германскую Демократическую Республику, ГДР, нашего, можно сказать, самого главного, самого важного союзника в Восточной Европе, и посмотреть, как там идут дела. Это было, конечно, очень интересно. Во-первых, мы никогда не были в ГДР, во-вторых, сравнить, что у нас происходит и в ГДР. Времена тогда ГДР сложные переживала. Ну, напомню о том, что вот после того, как закончилась война, постепенно на месте бывшей Германской империи возникло два государства, сложилось два государства. Германская Демократическая Республика, союзник СССР, и ФРГ, Западная Германия, Федеративная Республика Германия, часть западного мира, западного лагеря во главе с Соединенными Штатами Америки. Они находились в состоянии конфронтации. Западная Германия не хотела признавать Восточную, называла ее территорией, временно оккупированной иностранными войсками, и ставила цель объединить Германию. Такое вот состязание между двумя Германиями было очень сложным для ГДР. Она вам по всем показателям стала отставать от Германии. Я уже не говорю о территории, о населении, потенциале, который был заложен в территорию Западной Германии. Но и ее успехи в послевоенном развитии. И вот в 1961 году власти Восточной Германии воздвигли стену, Берлинскую стену, которая отделила Западный Берлин, он, так сказать, принадлежал западному миру, был связан с ФРГ, и Восточный Берлин, который являлся столицей ГДР. Вот возникла стена, и люди не могли свободно передвигаться. До этого передвигались, и это наносило с точки зрения восточно-германского руководства ущерб и идеологический, и политический, и экономический. Острые были отношения, безусловно, и кризисы возникали, иногда в высшей степени сложные кризисы, которые ставили на грань войны два блока, советский блок и американский блок, западный блок. Но в начале 70-х годов началась разрядка между СССР и Соединенными Штатами Америки, СССР и странами Западной Европы. И вот одним из существенных элементов этой разрядки явилось изменение в политике Западной Германии, которая признала Восточную Германию. Конечно, цель объединения Германии оставалась, но тем не менее признание состоялось, и начали развиваться связи между двумя частями Германии. Развивались довольно активно. Гуманитарные связи, ведь многие семьи немцев были разделены, родственники жили в разных частях Германии, одни в западной, вторые в восточной. Очень стали быстро развиваться гуманитарные связи, экономические связи, научно-технические связи, которые были интересны для ГДР, как для отстающей страны. Ну и так активно они взаимодействовали, что в Москве даже стали беспокоиться, что не выходит ли ГДР из-под контроля, ведет свою линию в германском вопросе. Но ничего страшного не происходило для Советского Союза, для этого коммунистического блока, до тех пор, пока не началась перестройка Горбачева. В Москве идеи демократии, гласности, эти идеи тут же подхватывают в восточно-германском обществе. Тем более, что социально-экономическое отставание от Западной Германии становится все более значительным. Проблем масса в ГДР социально-экономических, ну и народ начинает вслух высказываться. Не устраивает материальное положение, не устраивает состояние экономики, не устраивает отсутствие свобод, не устраивает отсутствие возможности свободно передвигаться. Не устраивает возможность, отсутствие возможности заниматься бизнесом, так сказать, быть хозяином своей судьбы в экономической области. И все это назревает, активизируется церковь, люди начинают
примыкать к религиозным организациям и через них реализует вот свои настроения такие бунтарские. И в это время происходят очень бурные процессы в других странах социалистического содружества, в Восточной Европе, в Чехословакии, в Венгрии, в Польше, все бурлит. И это тоже пример для населения ГДР. Вот у них перемены есть, а у нас до сих пор нет. Ну и главное, что и Чехословакия, и Венгрия открывают свои границы с Западной Германией, и через вот эти вот уже открытые границы ГДРовцы в значительном количестве начинают бежать в Западную Германию. Это становится проблемой номер один для ГДРовского руководства. Видите, народ бежит, требует от чехов и венгров закрыть границу. Те этого не делают, там такие изменения, что несмотря на союзнические отношения, никто не собирается идти на поводу у ГДРовского руководства. В общем, сложная ситуация во всех отношениях для ГДР. И вот мы едем посмотреть на эту страну, это август 1689 года, на поезде. Сначала Польша, сначала достигаем границы, Брест, выходим в Бресте, там остановка, нам показывают город, рассказывают о проблемах. Проблемы те же, что и в Запорожье, и в Москве, везде. Нет стирального порошка, нет мыла, все почти по карточкам. Чуть-чуть в Бресте нам кажется, что что-то лучше, но всегда кажется, что где нас нет, там лучше. Какие-то товары есть, которых в Москве нет, но в принципе ситуация вся та же. Бросается в глаза, мы когда подъезжаем к границе, значит, вот путь, а здесь все распахано, значит, от нарушителей границы, а там Польша за границей. Большая пограничная полоса, тоже вся распахана, колючая проволока, военные видны. Пересекаем границу, с польской стороны ничего. Стоит будка пограничника, мне никого нет, а рядом дети плещутся в реке. Там какие-то буйволы пасутся рядом с рекой. В общем, все не так. Нам объясняют, кстати, что поляки вообще хотели предложить нам открытую границу, мы, значит, отказались. Едем по Польше. Все выглядит немножко получше, чем в Белоруссии. Дома поаккуратнее, чувствуется, люди чуть-чуть побогаче живут, и быт более налажен. Все вроде так спокойно, хорошо. Варшава, остановка. Выходим на вокзале, там в киосках продаются товары, о которых мы в Москве не мечтали, но очень все дорого. И тоже все спокойно, хорошо, размеренно. А на самом деле в Польше происходят в высшей степени драматические события. Страна на грани взрыва. Значит, профсоюзы, которые сбунтовались против коммунистической власти, чуть ли не на грани гражданской войны государства. Кое-кто в Москве начинает говорить о том, что не стоит ли в военном отношении вмешаться в польские дела. Не высшее руководство, но люди в окружении. А вот, видите, невооруженным глазом мало что увидишь. Едешь, вроде все, так сказать, хорошо и здорово. На самом деле абсолютно не так. Проезжаем Польшу, Германия, пересекаем границу. Первая станция — Франкфурт на Одере. Немецкий город. Выходим на вокзале, ходим по перрону. Я вынимаю фотоаппарат, хочу что-то там сфотографировать. Подскакивает человек в форме и показывает мне, мол, решетка посадят, если будешь снимать. Подскакивает второй, говорит, покажи, что значит у тебя в фотоаппарате. Ситуация странная, значит, ГДР, которая наполнена советскими войсками, мы союзники, я из ЦК КПСС. Тем не менее, вот немецкие товарищи очень обеспокоены, что снял что-то такое, что не положено советским людям снимать. Ну, порядок есть порядок. Едем дальше, приезжаем в Берлин, селят нас в доме на Шпрее, так называется гостиница правящей партии ГДР, называется СЕПК, Социалистическая единая партия Германии. Вот мы селимся в этой гостинице, прекрасная гостиница, отлично видно Берлин. Первая беседа, наш переводчик Слава, парень из Советского Союза, он женился на немке, из-за этого пострадала его карьера,
в Советском Союзе, он переехал вот в ГДР, работает переводчиком. Но рассказывает, что положение, конечно, очень тяжелое, и материально нехороши дела. Для того, чтобы получить квартиру, надо 20 лет ждать. Квартиры очень миниатюрные, с минимумом удобств. Многие живут в старых домах, где и туалетов толком нет, и отопление не очень хорошо поставлено. Для того, чтобы обзавестить машиной, Трабант — это аналог нашего Запорожца, самая примитивная машина, надо тоже 10-15 лет ждать, а потом еще запчастей нет. В общем, много недовольных, и вот такую он нам рисует картину. Ну, на следующий день первая экскурсия. Едем Бранденбургским воротам, перед воротами, которые разделяют Восточный Берлин от Западного. Большая площадь перед воротами. Все перекрыто, значит, охрана стоит, никого туда не пускают. Значит, мы стоим в автобусе, ждем, подходит подполковник к нам, значит, садится с нами в автобус, нас пропускают, мы едем к воротам, там небольшой флигелек, и вот он читает там нам лекцию. Во-первых, там мы видим слайды того, что происходит на в той стороне, в Западном Берлине, показывают, вон, видите, люди стоят, это все провокаторы, они выкрикивают антисоветские лозунги, кричат там Горбачева на каторгу, долой Советский Союз, вернемся к Германии, границ Третьего Рейха. Ну, я не думаю, что все, что он говорит, на самом деле произносится на той стороне от Берлинской стены. Но, видимо, человек хочет нас настроить. И все время называет тех людей, которые живут в Западном Берлине и в ФРГ, врагами. Вот враг, он не дремлет, враг, он наступает, но чем враг больше наступает, тем крепче мы становимся. Берлинская стена тоньше от нападок врага не становится. В общем, жесткие такие позиции, наступательные и победоносные. Что победа будет за нами, а враг будет повержен, но имейте в виду, что он коварен, и вот мы призываем вас поддерживать нас. Ну и, естественно, мы нерушимы. Наши отношения с Советским Союзом, они навсегда, мы знаем, какую роль вы сыграли в освобождении Германии от фашизма, и будем идти под вашим руководством вперед к новым победам социализма и к построению коммунистического общества. Слушаем эту лекцию, потом гуляем по Берлину, бросается в глаза, как небрежно относятся местные жители к памятникам, стоит такая фигура Карла Маркса, какой-то папа посадил свою дочку на голову Маркса и фотографирует ее, все подходят, смотрят, потом кто-то следует этому примеру. Выходим на Александерплац, такое центральное место в Восточном Берлине, там огромный универмаг, нас ведут в универмаг показать, как живут немцы. Что бросается в глаза? Везде очереди, в каждую секцию отдельная очередь, внутри секции тоже очереди, очень душно, спертый воздух. Товары не впечатляют наших женщин. Покупаем флакон шампуня, нам даже чек не дают, и никакой оберточной бумаги. Мы просто сравниваем, значит, как это там на Западе. И вот здесь все-таки ГДР называли при всех ее недостатках и сложностях в ситуации в тот период витриной социализма в Европе. Ну вот такая ситуация. А потом нас ведут в специальную секцию, где для начальства отборный товар. Там встречаем чехов. Чехи все подряд покупают, потом узнаем почему. Потому что здесь цены ГДР пониже, чем в Чехословакии. Они, потому что качество выше. И наши женщины тоже так скептически оценивают то, что там продается. Ничего выдающегося нет. Выходим на Александерплац. Стоят киоски, продаются сосиски с пивом. Редкость для Советского Союза в то время. Мы все кинулись попробовать сосисок немецких, да еще с пивом, который тоже в Москве дефицит. Но везде очереди, надо стоять там человек 50-60 в каждому киоску. Это мы все продолжаем сравнивать. Заходим в магазины. Ассортимент, конечно, гораздо шире, чем в Москве, но не впечатляющий, и витрины не очень красиво оформлены, все довольно такое простенькое, если вот сравнивать с тем, что мы видели на Западе, скажем, в США, ну и в других странах. Так вот, вот такая картина. Потом нас осматривают Берлин, музеи, лекции о революционном прошлом, о победах в войне.
А потом нас на автобусе везут уже в Тюрингию, в другой район Восточной Германии, в город Гера. Обосновываемся в городе Гера, встречаемся с местными коммунистами, лидерами коммунистической ячейки, очень хорошо, элегантно одетые молодые люди в замшевых куртках. Ну, говорят, что ситуация, конечно, непростая, то есть успехи большие в строительстве социализма, но враг, он, конечно, не дремлет. Провокация за провокацией. Какие провокации? Приглашаем делегацию из Баварии. Приезжает бургомистр крупного города. Явная провокация. Почему? Да потому что раз бургомистр, в нем надо писать в газетах, по радио говорить. Значит, у людей будет складываться впечатление, что мы дружим с Баварией и вообще с Западной Германией. А мы не дружим, это наши противники, это враги. Потом враг музыку пускает по радио, молодежь слушает, музыка хорошая, и вставляет новости, а новости провокационные, там, о том, что, например, люди бегут из ГДР через Чехословакию или через Венгрию, что у нас каких-то товаров не хватает. Что значит товаров у нас не хватает? У нас всего хватает, а главное, говорят партийные функционеры, у нас то бесплатное, это бесплатное, и медицина, и образование, и безработицы у нас нет. У них безработица, это они все скрывают, что у них все это есть. И молодежь попадается на удочку. Вот приходится с этим энергично бороться. Это вот нам в Гере говорят. Потом мы выходим с переводчиком Слава, я говорю, вот он такой вальяжный, такой на графа похож, такие вот некоторые немножко странные вещи говорит. Он говорит, да у нас же в ГДР как, люди одно думают, второе говорят, третье делают, и в гораздо большей степени, чем в Советском Союзе. Вот это учитывайте, он просто так это говорит, на самом деле, что он думает, только он и знает. Вот мы после разговора едем смотреть другие города в Тюринге, подъезжаем к Бухенвальду. Великолепный район, великолепный вид. Говорят, нацисты специально там построили лагерь, чтобы на контрасте, вот вы думаете, что вы в раю живете, вот вам рай. Да, посещаем Бухенвальд, ужасное, конечно, зрелище, ужасное впечатление. И дальше едем в Веймар, столицу того государства, которое возникло после Первой мировой войны. Демократическое германское государство со столицей в Веймаре. И нам рассказывают, как оно не выдержало испытания немецким национализмом и не выдержало социально-экономических проблем, которые обрушились на Германию. Ну и так невольно мы это слушаем и думаем о Советском Союзе, в котором нарастают социально-экономические противоречия и в котором все больше удара наносится по национальным чувствам россиян, которые привыкли, так сказать, принадлежать великой державе и быть не то что на плаву, а наверху, а сейчас, значит, вот их немножко опускают. И чем это все кончится? Не кончится ли тоже взрывом или, по крайней мере, откатом назад от этой перестройки. Ну, Веймар – великолепный город, связанный с Гёте, с Шиллером, их могилы там, многое другое, связанное с российской историей. Представители российского престола участвовали в качестве жен в управлении этим городом, этим районом. Город частично только восстановлен, многие кварталы еще нуждаются в существенном ремонте, но все это мы смотрим. И дальше посещаем замок такой семьи, которая управляла государством, герценством миниатюрным. Германия ведь была раздроблена, и на территории Германии существовало почти 400 разных государств. И значительное число таких маленьких государств существовало на территории Тюрингии, такие тюрингские герцогства. Вот это вот самое маленькое. Ну и нам рассказывают, как оно существовало. Ну и из того, что сказано, ну и плюс добавляется собственное рассуждение. Германия была раздроблена, эти маленькие государства не могли иметь амбиции, они были слишком слабы, у них не было соответствующих рычагов, ни армии, ни всего остального, что порождает такую
активную и наступательную внешнюю политику. Расходы на эти цели были минимальные, и люди занимались тем, что производили. Учились быть специалистами в каком-то одном или нескольких делах, достигали совершенства то ли в гончарном деле, то ли в искусстве, то ли в создании, там, я не знаю, обуви. И вот эти маленькие государства, они в основном занимались тем, что конкурировали между собой и обменивались активно между собой товарами. И тем самым Германия вот развивалась, совершенствовала свое производство, достигала больших вершин в развитии этих производств, училась быть такой мастеровой нацией. И очень похожая судьба у Японии, которая тоже была раздроблена. Эти маленькие образования в основном занимались тем, что совершенствовали производство, конкурировали и специализировались на чем-то, и вот обменивались товарами. Ну и в Италии схожая судьба, разрозненность, в отличие, скажем, от судьбы России и Китая, которые очень на раннем этапе по целому ряду важных крупных причин объединились, создали мощные централизованные государства, и государство не очень давало возможность своим подданным совершенствоваться в мастерстве, зарабатывать, выжимало у населения значительную часть соков, если не все соки, и расходовало это на укрепление своего могущества, своих богатства трона. И так далее. И вот по-другому стали развиваться судьбы России и Китая с одной стороны, Германии, Японии, ну и отчасти Италии с другой стороны. Вот такие мысли возникали в голове после посещения этого миниатюрного государства. Вернулись мы в Геру, отдохнули, а затем направились в Лейпциг. Лейпциг – это уже Саксония, ну, ехать от Геры не так уж далеко. Город, конечно, с колоссальной историей, с колоссальными традициями, и культурными, и религиозными, и политическими. Ну, об этом не буду говорить, это известные вещи, о которых можно прочитать в любом справочнике, в интернете. Но отмечу то, что мы видели сами и о чем говорили, что соответствовало вот моменту, специфике момента, в настроениях и в ситуации в городе. Начали мы с посещения парткома, руководителей партии, которые нам рассказывали, как, значит, партия борется за умы и сердца граждан, партийцы, значит, очень экономят деньги, зарплаты себе снизили, персональная машина только у самого главного начальника, поменьше начальники, то есть уже не первый секретарь, а второй секретарь парткома Лейпцига. У них на двоих одна машина, запчасти надо самим доставать. Ну и ведем борьбу с врагами. Опять враги, опять, значит, провокации на каждом шагу. Мы, говорит, скромные, мы вот живем на... Никто даже, это действительно так, мы стали лезть и спрашивать, где находится портком, никто толком не знал. У нас всегда эта центральная площадь, в Советском Союзе колоссальное здание, там где-то находится. Вот мы, говорит, такие скромные, и вообще мы, говорят, вот зеленые хорошие, а вот самые зеленые, это мы красные, и победа будет за нами. Но вот враг, он коварен. Вот Лейпцигская ярмарка, приезжает огромное количество людей, из-за границы, из Западной Германии, из других стран Запада. Гостиниц не хватает, они живут в квартирах наших людей и обрабатывают наших людей, пытаются на них влиять. Это нехорошо. Мы посещаем после этой беседы Лейпцигскую ярмарку, там у советского павильона огромная очередь, все расхватывают труды Горбачева, все время звучит эта фамилия. Кстати, и в Берлине, когда мы были, повсюду идешь, там какая-нибудь толпа стоит, Горбачев, Горбачев, да здравствует перестройка и так далее. Вот интерес и любовь к этому в Лейпциге это заметно. После Лейпцигской ярмарки посещаем памятник битвы народов. Это в 1913 году был открыт этот памятник, посвященный победе над Наполеоном в
после того, как Наполеон был изгнан из России, состоялась еще битва, в которой, с одной стороны, участвовали немцы, то есть Пруссия, Австрия, Швеция, ну, естественно, Россия. И вот союзники разбили павильоны Наполеона. Но что самое интересное, что, как я сказал, памятник был открыт в 1913 году, вот этому боевому братству этих государств. А уже в 14 году они между собой воевали. Мы уже были врагами и Австрии, и Пруссии через год. Вот как вся ситуация меняется в Европе. Это я, кстати, к тому, что и тогда эти мысли стали возникать. Вот у нас были и есть люди, которые говорят, что бесконечно вся Европа занималась только тем, что нападала на Россию, хотела ее уничтожить. И Наполеон нападал, и Гитлер нападал. Ну, во-первых, вспомним, что прежде всего, чем, как напасть на нашу страну, они нападали на всех своих соседей, пытались их покорить, и покоряли, и покорили, по крайней мере, на время большинство. Ну и вообще вся Европа бесконечно воевала друг с другом. Поезжайте в любую страну, напичкана памятниками о войнах, погибших в той или иной войне, и подавляющее большинство этих войн никакого отношения к России не имеет. То же самое и в Германии, когда вы побываете и посмотрите. Ну, или вспомним, скажем, в Англии, кто главные два героя воинов, таких полководцев в истории Англии, да и вообще величайшие люди Англии. Это адмирал Нельсон, который воевал с французами и с испанцами и победил их, и Черчилль, который воевал с немцами и победил их. Во Франции кто главные два героя? Жанна д'Арк, которая с кем воевала? С англичанами. И Деголь, который с кем воевал? С немцами. И был, кстати, нашим союзником, так же, как и Черчилль. Так что это тезис о том, что это вот Россия, объединенная Европа только и думала, как уничтожить Россию, это, конечно, полная чепуха, не соответствующая действительности. Достаточно сесть и учебник истории почитать, и все станет ясно. А тем более, если вы поездите по Европе и посмотрите, повторяя памятники, поговорите с людьми, посетите музеи, все это увидите. Это первое. Второе, что пришло на ум, что вот всем поперек горла мощь России. Вот она мощная, всем хочется ее, так сказать, ослабить. Но это касается не только России. Всем поперек горла мощь Америки. Очень много в Европе недовольных. И в правительствах, в политических кругах, а тем более там в других кругах, журналистских, общественных, научных, молодежных, которым не нравится, что Америка доминирует. Германия, когда вот закончилась война, еще когда нашла война, и американцы, и англичане очень хотели, чтобы Германия не объединялась. Были конкретные планы раздробления Германии не на два государства, как получилось, ГДР, ФРГ, а на несколько, на 5-6 государств. Не дай бог, чтобы Германия стала сильная и вот угрожала другим. Так что сильных больших не любят. Вот Китай стал усиливаться, его все соседи тут же стали бояться и подумать о том, как бы остановить. Но это не значит, что надо вдаваться в панику и биться в истерике. Так устроен мир, поэтому большой должен продолжать развиваться. И помимо внушения страха и уважения, основанного на страхе, добиваться уважения за счет своих экономических, культурных успехов, успехов в целом в гуманитарной области, социальных достижений, с тем, чтобы он привлекал и являлся необходимым партнером, без которого не обойтись. Вот вторая мысль. Ну и третья мысль, она заключалась в том, когда мы все это смотрели, что вот и сейчас у нас есть люди, тогда говорили, и сейчас говорят, что вот Россия, тогда Советский Союз уже, а сейчас уже при Советском Союзе мы превратились в придаток сырьевой Запада и обслуживаем его. И сейчас есть люди, которые говорят, что Россия всего лишь жалкий придаток Запада. Ну, это абсурд, никто нас придатком никогда не сделает и сделать не может. И если мы не захотим, и близко этого быть не может. Достаточно вспомнить, вот, ну, например, возьмем Южную Корею, которая сейчас достигла колоссальных успехов в экономическом и социальном развитии. В начале 19 века, извините, в начале 20 века путешественник по Корее пишет книги, книга издана, она у меня есть,
что в корейских городах нет вообще корейских товаров. Корейцы не способны ничего производить. Продается только русское все. Вот такие бездарные. 45-й год. Значит, Корея была японской колонией, японцев прогнали. Значит, что произошло? Скажем, в Сеуле все остановились трамваи. Ни один кореец не умел водить трамвай. Японцы водили трамваи, они убежали, уехали. Значит, некому водить трамваи. Южная Корея по валовому национальному продукту на душу населения отставала от Папуа-Новой Гвинеи чуть ли не в два раза. И вот всего добилась. Никто ее не остановил, никто не смог ее в придаток превратить, хотя она союзник, вроде младший союзник Соединенных Штатов Америки, но стала экономическим гигантом, и никто ее остановить не смог, и все более независимую политику, конечно, проводит и будет проводить. То же самое касается Японии. Ее победили, ее завоевали, но ни в какой придаток она не превратилась. И не просто самостоятельный игрок, а один из гигантов мировой экономики и вообще международных отношений. Можно вспомнить Сингапур и другие такие малюсенькие государства, которые всего это добились. Поэтому и этот тезис, конечно, никуда не годится. Это я почему-то вспоминаю, просто когда мы это все смотрели и слушали, и разговаривали, все это приходило в голову. Я здесь останавливаюсь, наша поездка еще в ГДР не завершена, мы из Лейпцига возвращаемся в Геру, она продолжается, но я уже достаточно долго говорю, поэтому продолжение будет в следующей беседе, отдельной. Спасибо за внимание. That our kisses have outworn. Raise
a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
Mm-hmm.